Движение в этом танце дети коррекционной начальной школы оттачивали полгода. Были и удачи, и падения. Сейчас результат радует как самих школьников, так и учителей. Но больше всего счастливы родители. И сегодня, в канун 8 марта, дети подготовили концерт. Поскольку это танец, здесь все идет через движение, и дети смотрят на то, что я показывала, и повторяют. То есть таких сложностей не было. Там не нужно было объяснять точность движения. Они все это зрительно воспринимали. Есть штат специальных учителей-дефектологов. Они занимаются с такими детьми. У нас есть учителя начальных классов, тоже занимаются с детьми. Но вот учителя-дефектологи, наверное, самая основная нагрузка ложится на этих учителей-дефектологов. Во Владивостокской коррекционной начальной школе обучаются порядка 50 детей с ограниченными возможностями со всего Приморского края. Здесь, в школе, с ними занимаются профессиональные преподаватели, которые пытаются научить их говорить. Но для полного их развития этого не хватает. Поэтому приходится обращаться в благотворительные фонды, которые, в свою очередь, помогают привлечь психологов и новых преподавателей. Дать детям возможность адаптироваться среди обычного населения и убрать вот тот стереотип, что инвалидность, нарушение слуха – это приговор, и что у них нет возможности. Поздравления в этот день были адресованы не только мамам и бабушкам. Мальчики с радостью прочли стихи и спели песни своим одноклассницам. Инна Гончарова, Платон Волков, «Панорама».